Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня проводим тест нашей звуковой системы. Перед нами Рамина Мударова. Добрый день. Да. Значит, Рамина сегодня писала универсиаду для поступления в магистратуру факультета в МКМГУ. Она хочет рассказать нам про задачи, которые были на этой универсиаде. Рамина, расскажите, пожалуйста, у вас было 6 задач? 7. 7 задач? Да. И сказала бы, что очень хочу, потому что это очень сложно вспомнить, но я помню, что больше всего я была неприятно шокирована задачей по формальным... Формальным языкам? Да, формальным языкам. В простонародье формалка. Самая большая проблема была с данной задачей в том, что, чтобы ее выполнить, надо ее прочитать, на это потратить где-то час, а потом перечитать и понять, что там имелось в виду. И вечером ты проявляешь эту задачу? Да, и написать потом 2 строчки. Это было крайне обидно. Вот. Потом, что еще было? Расскажите про первые 3 задачи. Первая задача была нулянал. Надо было найти решение матричного уравнения ax в кубе плюс vx равно нулю. Разумеется, от икса все, наверное, сразу же избавились от лишнего. Но потом, сначала я забыла, как из x квадрат получить x, и прям перемножала числа. Предположила, что x это a, b, c, d. Ну там просто матрица 2 на 2 была, потом мне это надоело, и слава богу, мой мозг вспомнил формулу. Понятно. Вот. Вторая задача, как я помню. Вторая задача была на... Математический анализ? Да, математический анализ, но я ее не вспомнила. А что там? Вы же решили поговорить. Да. Это был первый скорее математический анализ. Там это получился. Первый у вас. Первый, значит, всегда матан. Да. Там, я помню, ответ 45/62 и разделить на корень из 2. А в чем была суть? Про интеграл. Там надо было найти производную по направлению в точке. Вот. Для этого надо было найти частное производное от z. Потом надо было... Найти вектор направления? Ну, вектор нам был дан, у него координаты -1, -1, косинус там -1 делить на модуль, ну, то есть -1 разделить на корень из 2, потом домножить косинусы на частные производные, подставить точку, координаты точки, и в целом все. Вот. Замечательно. Ну, хорошо, давайте на этом мы закончим нашу тестовую запись. Ура.